А почему еще никто не оценил новый баннер и аватарку? Вы что, уху ели? Кстати, записывайте рецепт ухи. 600 грамм набора для ухи кладем на дно кастрюли и заливаем водой. Варим, пока не появится пена изо рта. Те, кто не понял, это была шутка. Ой, да жду вас. В общем, убираем пенку, закидываем 100 грамм очищенной морковки, одну целую луковицу и накрываем крышкой. Варим в течение часа, а пока нарежем крупно картофель и моркофель и мелко покрошим лук. Еще можно нарубить немного зелени. Вылавливаем всю ебурду, что плавала в кастрюле, и закидываем все, что нарезали. Также добавляем 2 листика лаврушки, штук 10 перца горошком и столовую ложку соли. Поварили 15 минут под крышкой. Закидываем туда очищенной рыбы, щепотку перца и 400 грамм филе семги. Осталось влить 50 миллилитров водки. Добавить в кастрюлю, а не в себя. Поварить еще 3 минуты, добавить зелень и дать настояться минут 15. Все готово, но то, что баннер не заценили, обида ебаная.